Руководство Ленинского района и представители налоговой инспекции встретились с бизнес-сообществом муниципалитета. В настоящий момент на территории района существует более 7500 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это неудивительно, ведь для развития бизнеса Ленинский район – один из наиболее привлекательных муниципалитетов Подмосковья благодаря своему близкому расположению к столице. Мы готовы помогать, но только мы готовы помогать в том случае, когда и вы будете искренне, когда вы будете чисты перед законом в первую очередь, и когда вы заранее будете прорабатывать все нюансы, которые могут складываться во взаимоотношениях. Своевременный сбор налогов с коммерческих организаций позволяет пополнять бюджет района и направлять деньги на социальные нужды. Встреча была построена в формате «вопрос-ответ». Все волнующие предпринимателей темы были озвучены руководством налоговой инспекции. Взаимовыгодное сотрудничество, с которой длится уже не первый год. 12 лет назад в бизнес-центре «Дон» мы открыли первую бизнес-площадку, скажем так. Ну, сейчас хорошо, модное слово «коворкинговый центр», оставим его. Мы добились, что в Ленинском районе Московской области было самое дешевое открытие бизнеса. Самое дешевое. Мы добились того, что из коворкингового центра приходили люди, мы помогали с регистрацией, чтобы не было отказов. Мы добились того, чтобы аренда этого рабочего места была самая низкая. И это сработало. Сейчас район занимает первое место в рейтинге 50 по показателю «Малый бизнес большого региона». Немалый пласт работы по взаимодействию между налоговыми органами и предпринимателями взяла на себя торгово-промышленная палата Ленинского района. Организация призвана найти точки соприкосновения и выстроить грамотный диалог. Пришли работать в Ленинский район, будьте добры, зарегистрируйтесь. Да? Принимайте участие в мероприятиях, исполняйте четкое указание на наших фискальных органов. Не ищите кривых схем, потому что эти кривые схемы потом вам же и аукнутся. Это правильные вещи, которые, да, понимаем все состояние экономики, но однако это и есть залог успеха. При таком подходе, подчеркнул глава, проблем в развитии бизнеса не возникнет. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».